Привет всем, ребята, на связи Грим Оптимист, и снова Clash Royale у нас с вами. В общем, клан я создал, клан набрал уже, ну, правда, тут кто-то выше один, да, вот, но вообще было 50 человек. Я знаю, что многие не успели попасть, да, то есть желающих было больше, чем 50, но, ребята, я ничего не могу сделать, в клане всего 50 человек, возможно. Но не отчаивайтесь, кто не попал, потому что через неделю после вступления, то есть в следующий четверг, я буду смотреть по результатам, кто сколько карт отдал. То есть и те, кто ничего не, ну, карты никому не дарит, ничего не делает, те из клана вылетят. Это я вам гарантирую, потому что, ну, просто зачем, как бы, в клане люди, которые не играют, ничего не делают. То есть от них нулевая активность. Такие дела, ребят, поэтому через неделю чекайте, смотрите, где-нибудь следующий четверг, ориентировочно плюс-минус, я это все сделаю. Также хочу сказать то, что помимо моего клана Grim Legion, есть еще другие с таким же названием. Даже некоторые из них с таким же этим значком, я этого не знал. Но они не русские, эти кланы. То есть там написано все по-английски. Так что ищите по, ну, список участников, ищите здесь меня. Это не я, это кто-то с моим ником со второго канала тут. Какой-то чувак. Вообще не понимаю людей, которые берут мой ник и играют с ним. Это глупо, по-моему, как-то, я не знаю. Поэтому, ребята, ищите меня в списке. Вот я, Grim Оптимист. Просто так вот написано, и потом уже присылайте заявку. Такие дела. Вот. Ну, еще раз говорю, тем, кто вступил, и надеяться отсидеться по-тихому не получится. Нужно что-то делать. Ну, и по традиции, раз уж я на связи, давайте с вами сыграем, откроем королевский сундук и заодно заполним эти сундучки. Сейчас сольем шестую арену, естественно, потому что я ее вчера чудом не слил. Вот, мне три раза кинуло подряд на восьмые уровни с легендарными картами, там вообще ад был просто. Бля, ненавижу эти здания долбанные. Радует только то, что у него не высокоуровневые хотя бы гоблины-то. Ладно, так сделаем. Пока все, в принципе, неплохо. Надо было Валькирию лучше кидать, наверное. Все правильно он сделал. Все правильно сделал. Надо было сначала Валькирию кидать. Ох, сейчас мне наваляют, я чувствую. Не успеваю, я не успеваю, хотя, может, успею. Успел. Блин, не успел. А, нет, промазал. Промазал! Дракончик первого уровня не тащит. Так, надо вторую башню, ребят, ломать ему по-любому. Тут без вариантов. Он, это он мне может сломать тупо шаром огненным при желании. Это он сломает, это и так понятно. Так. Давай, есть контакт. Есть контакт. Так, тихо. Вот это может вызвать проблемы, надо аккуратно. Не успеешь. Yeah! Все, затащил. Ну, правда, не очень красиво, но нормально. О, золотой сундучок. Не буду пока открывать, потому что обычный лучше открою. Ладно. Если он мне выпадет еще сегодня, учитывая мое везение. Так, седьмой уровень, нормально.
китаец какой-то, видимо. Блин, у него эти штуки, я их ненавижу просто. Просто ненавижу. Просто люто бомбит у меня от них. Не сможешь ты защитить быстро свое здание. Каранты тебе, чувак. О, голем у него, это печально. Блин, а мне даже нечем его грохнуть. Блин, у него, он меня сейчас разнесет все, ребята, я не вывезу. Блин, не того, не надо было этого. Ой, все, пипец, сломает сейчас, сука, без вариантов тут уже. Вообще, эти големы, я не умею с ними пока бороться. Это второй раз, когда я с ними встречаюсь вообще. Поэтому пока я не знаю, что с ними делать просто. То есть непонятно. Не умею я с ними бороться, не знаю. Кто им много урона наносит, кто немного. Чё, с кем, и как бы вообще ни понятия не имею. Пока не знаю. Зря я это сделал, кстати. Блин. Да ё-моё, как я устал, а, уже. Какой-то серьезный чувак, хотя шестой уровень, но что-то прямо неплохо так играет, видно уже. Видно, что умеет. Блин, да он вообще четко играет, ребята. У него, блин, прямо карты вообще отлично подобраны. Мне кажется, это твин какой-то, потому что что-то больно хорошо он для шестого уровня играет. Я вообще ничего не могу ему сделать, я просто дойти до него не могу. Вот этот сейчас может дойти, надо его валить как-то. Блять, этот разряд его, конечно. Ну ладно, он криво он кинул его. Это хорошо. Сейчас будет атаковать, надо задефиться. Так, жердя я тоже кину, пожалуй. Мне он все равно не нужен сейчас. Надо было дракона сначала кидать, вот я захвырил. Все, мне пиздец, ребята, он разъебет сейчас мою башню без вариантов. Нечем законтрить просто, просто ничего нормального нет. Зря этого жердя я туда послал, надо было направо его слать. Откуда у него столько эликсира на все хватает, я вообще не понимаю. Ну, просто на все эликсира хватает, я в шоке вообще. Или я что-то не так делаю? Пиздец, что-то вообще в тупую слился.
Надо было просто жердяя кидать направо, когда вот он их послал, и все было бы нормально, и ничего бы он не смог сделать. Я зачем-то налево его кинул, хотя в этом смысла вообще никакого не было. Вообще никакого смысла в этом не было. У него пушка. Кто-то ей еще пользуется. Я вообще ни разу ее не видел, по-моему, за последние... Черт знает сколько времени. Вообще никто не пользуется этой... Ну все, опять я в заднице. Черт, что-то вообще что-то не так я делаю, короче, ребята. Что-то я жестко делаю не так. А почему они на нее сагрились? Они должны были здание добивать так-то, если что. Вот это немного непонятно, почему они сагрились на нее. И у этого есть этот накопитель. Черт. Почему он пошел ее долбить? Ведь она дальше, чем этот. Так, отлично. Блин, вот это я зря сделал. Нельзя дать ему сломать ничего. У него, слава богу, жердя не прокачаны. Победим, но некрасиво. То есть с одной этой башни так. Ну ладно, хоть победа, то что-то я прям сливаюсь. Мне бы не вылететь хотя бы с 7-й арены-то. Ой, с 6-й, то есть. Так, давайте откроем. Что-то столько 6-х уровней. Ну это твинки обычные. Не очень хорошо получилось. Даже в размен не удалось уйти. Ох ты, грамотно, блин. Тоже стрелами, кто ими пользуется еще? Я так редко их вижу, эти стрелы, вообще. Блин, я криво кинул бочку, черт. Криво кинул. Так бы больше урона нанесли, если бы нормально кинул. Блин, мне вообще некому...
Контрить-то вообще неким их. Черт. Почему, блин, мне не выпал нормальный какой-нибудь юнит, а? Чтоб законтрить. Тоже бесит, что в колоде вечно вот не то, что тебе надо, выпадает. Это вообще драконит просто дико. Эти стрелы, конечно, для меня, не знаю, тоже что ли использовать. Это же просто, ну, они очень как бы помогают сильно. Но он сломает сейчас, сука, тут без вариантов. Шансов нет. Да убейте вы эту ёбаную ведьму уже, ей-богу, полгода она живет, извиняюсь. Просто реально полгода эта ведьма там тусуется, никто на нее не агрится вообще. Ничья будет сейчас, он не успеет ничего сломать. Ну ладно, хоть не поражение. Но, блин, что-то сегодня плохо идет вообще в плане этих... Ну, ладно, хоть одну башню сломали, хоть корона одна выпала. Уже в плюс. Да, что-то тяжко как-то. Это, по-моему, первый не азиат сегодня. Такое ощущение, что играют вообще одни арабы и азиаты в эту игру. Просто жесть. Я вот не понял, как его сраные эти седьмого уровня перебили моих чуваков восьмого. Мне может кто-нибудь объяснить? Я вот это вообще не понимаю. Как это получилось? Почему они... Причем они и так перебили, что еще четыре живых осталось. Как? Не, ну это вообще бред какой-то, ребята. Я вообще не понимаю. Как так получилось? У меня эти орда 8 уровня, и у него 7. И они так быстро убили моих, что осталось 4 штуки еще у них живых. Как это вообще возможно, в принципе? Я не понимаю. Такого не должно быть, мне кажется, нет? А, блин, он же, я что-то затупил, он же их так убивает этим. Ну все, он сейчас меня будет давить тупо эликсиром, потому что у него дохера его. Меня тупо эликсиром сейчас будет давить, потому что у него просто некуда девать его.
Лови, мать твою. Сейчас главное не слить катку. Я согласен на ничью. Этих штук просто немеренное какое-то количество, я не знаю, надо их ломать. Хотя зачем я этот и так бы сейчас сломался? Ладно. У него эти твари какие-то лютые вообще. Блять, я не туда кинул его, сука. Вот это реально может вызвать проблему. Фу, опять ничья. Ну хоть вывез, хоть как-то, блин. Фух. Главное не в минус, уже хорошо. Но что-то с победами у нас сегодня очень тяжело, ребят. Еще как-то короны отбиваем более-менее, но с победами просто жопа. Прям очень тяжело идет. Восьмой уровень, это, блин, у меня нету дешевых карт, так что ждать будем. Промазал зарядом. Хорошо. Есть контакт. Отлично. Блин, вот зараза, а. Так, ладно, надо эликсир подкопить, он сейчас нападать начнет. Такого, не с той стороны начал нападать, с которой надо было. А давайте кинем жердяя. Блин, тут печально. Сейчас сломает, сука, да, он эту говно это кинул. Сейчас сломает, сука, все равно сломает. Блять, куда я дракона-то вызвал, ё-моё, а? Вот это сейчас может быть неприятно. Почему у меня дракон туда постоянно, я не понимаю, уходит. Хотя ничего не могу. Не могу дойти просто до нее. Да, блядь, почему? Я кидаю дракона, он должен здесь быть. Что за бред? Ну так даже лучше получилось, но все равно бред. Я не могу ему башню сломать никак вообще.
Вообще ничего не могу ему сделать, меня бесит уже это. Просто все контрит, сука. Правда, он мне тоже ничего сделать не может, но... На тебе! Е! Отлично. Так. Теперь надо попробовать, будет... Так, сколько осталось-то? Две короны осталось, отлично. Так, так, давайте карту пока попрошу какую-нибудь. Так, 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 так. Не знаю даже. Наверное, гоблинов попрошу. Надо их как-то добить все равно. Так. Так, ну две последних короны. Две последних короны. Ждать будем. Нет дешевых карт, чтобы просто разменять. Мне уже интересно, чем это ожидание закончится. Ну а что на ФК вообще? Давайте закончим. Нет, он не ФК. Блять, мне нечем законтрить, сучка. Блять, мне не выпадало, мне Валькирия нужна была просто как в воздухе, она мне не выпадала, как назло. Ну все, пиздец, он сейчас сломает башню. Ну блять, ну как... Почему не выпадает то, что надо вечно? Меня бесит это. Вот когда надо тебе вот Валькирию, вот никогда она не выпадет. Все, пиздец. Так в тупую слиться это, надо было умудриться. И меня почему-то сливают шестые уровни, я заметил. Седьмые как-то нормально я вывожу, а вот шестые просто сливают меня постоянно. Просто в ад вообще. Блин, этот яд, на него лучше этих не кидать. Я просто с ядом еще очень мало сталкивался. Но эту-то башню мы ему, наверное, доломаем, я думаю. Не понял, а куда эти-то делись? Сука, добежал ведь все-таки, а пидорас, блядь. Успел. Так, 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 давай, 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 давай. Ну, успеет, успеет ведь, сучка, нет? Да. Ну конечно, зачем атаковать принца, если можно не атаковать? Черт. Долетел почему-то шар, хотя не должен был долететь он. Шар долететь не должен был. Так. А ты-то откуда здесь взялся? Я вообще проворонил его. Как так? Откуда ты тут взялся, ё-моё? Блять, я вообще не понял, откуда он тут взялся. Ну хоть ничью, ладно. Вообще не понял, откуда здесь этот рыцарь. Что-то я как-то проворонил. Видимо, он здесь его создал, как-то успел. Что я не доглядел.
Жесть, что-то вообще одни ничьи, пацаны, идут. Просто одни ничьи. Уже, по-моему, третья или какая ничья? Что-то вообще потно сегодня, просто очень потно. Прямо... Ладно. Туда вот так. Тогда вот так. Оба, у него злобная ведьма-то жесткая. Отлично, успел. Блин, ну как не вовремя, а он этих создал, этих... Я вот вообще ни разу не видел, кстати, чтобы кто-то пользовался этими чуваками, а этот пользуется. Отлично, успел. Блять, не успел, черт. Осталась, как всегда, одна писюлечка, а? И не туда кинула Валькирию. И зачем вообще кинул ее туда? Ой, блядь, ну как я так фейлю, а? Ну, еще неудобно на компе все равно, вот после телефона все равно я постоянно из-за этого еще фейлю. Что, ну, крайне неудобно просто. Все, пиздец, он еще вторую башню сломает. Опять ничья сейчас будет. Четвертая ничья. Кидаем жердя. Ничего я ему не успею уже сломать, это понятно. Успеет, сука, этот... Ой, всадник это долбанный. Чё-то, ребят, сегодня вообще ад какой-то. Я не знаю, почему так сложно. Я вчера играл на седьмой, ой, на шестой арене тоже, и все нормально было. То есть, ну, единственная проблема, меня кидало 4 раз подряд на 8 уровне с донатными, с этими, с легендарными картами были, с этими ледяными волшебниками. Вот это у меня там пригорело. А так, как бы, вообще сегодня ад какой-то. Правда, я играл вечером, а сейчас, как бы, день, может быть, из-за этого, я не знаю. Опять эти... Ничего полезного. Вот это может пригодиться. О, это хорошо. Ну, хоть, ладно, хоть что-то полезное дали. Пригодится. Я думаю, что, наверное... вот эту штуку я все равно прокачаю, потому что... Даже два раза. Ну-ка, а что улучшается-то? Здоровье улучшается. Только и все. Типа, дольше она работает. Время жизни один момент. Нет, время жизни такое же. Блин, а нафига я вообще улучшаю ее? Так и не понял. Че это дает-то? Не знаю, напишите в комментариях, что дает улучшение этого. Я чуть не успел посмотреть просто. Ладно, ребят, на этом все. Еще раз говорю, про кланы все объяснил, ребята. Если вступили, то не надо херней маяться. То есть хотя бы что-то пишите. Всем до скорого, ребят. Всем пока.